перед началом этого видеоролика хочу сказать вам то, что на моем канале уже 47 подписчиков. Нам осталось добить 3 подписчика и добудем мечту 50 подписчиков. Ладно, а сейчас для вас будет самоделка. Всем привет, дорогие друзья, Рома Калеев. И сегодня будет самоделка, посвященную, конечно же, технике. Я обожаю технику, вы даже не представляете как. Так, внимание. Это магнитофон. Это настоящий магнитофон. Смотрите, вот прямо вот, вот ручка, вот динамики, кстати. Вот это вот как кнопки, к примеру, вот это пусть будет включение, это перематывание. И даже эта вещь крутится, как звук. Да, делать. Но это был бы не магнитофон, если бы здесь не было батареек. Вот здесь такая батарейка есть. Ее можно засовывать сюда. Кстати, вот как выглядит внутри с батарейкой. Здесь небольшое пространство есть. Ну, я очень постарался на ней. Очень. Вот, честно, я так долго ее строил и очень классно получилось, согласитесь. Давайте посмотрим, что, смотрите, что просто он может вытворять. У меня даже кассеты внутри есть. Сейчас я вот... Вот такая вот кассета. Вот как выглядит пасек. Ну, я на пасека не сильно заморачивалась. Ну, вот такой вот пасек. Сейчас, пусть зафокусируется. Вот почему не фокусируется. Короче, вот такой пасек, он не зафокусируется, извините. Так вот у меня получилось, но я хочу, это еще не все, вот, кстати, теперь зафокусировалось. Сейчас я засуну сюда еще кассету опять. Здесь следующий. Ну, я еще одну самоделку сделаю, и сейчас, хотя я сейчас ее принесу. Вот, это, самоделка. Так, напишите комментарий, какой вам ваш самоделка понравилась? Магнитофон такой или вот эта вот Билайн ручка? Почему Билайн? Ну, потому что Билайн, не знаю. Да, кстати, хорошо считается. Смотрите, это была бы не ручка, если бы она не писала. Это реально стержень. Он пишет, я сейчас какую-нибудь бумажку быстренько достану и покажу вам. Извиняюсь, как... Сейчас я покажу, как она пишет. Ой, короче, вот как они пишут. Вот видите, вот. Она реально пишет. Я, кстати, давайте напишу. Вот я что-то тут натеркала. Ну, как-то вот так вот получилось. С вами был я, Рома Калеев. Всем пока.